Давай, сейчас мы открываем книга Откровения, глава 18, стих 4. Книга Откровения, глава 18, стих 4. И услышал я одной голос с неба, говорящий: «Выйдите от нее, выйдите от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в греках ее и не подвергнуться язвам ее». Еще раз. И услышал я одной голос с неба. Я сейчас буду объяснять. И услышал я одной или другой, другой голос с неба, говорящий: «Выйдите от нее». Знаешь что? Что он сказал? «Выйдите от нее». Кто это нее здесь? От остальные люди культуры, традиции, доктрины. «Выйдите от этих все». Это что это значит? Это в прыщах, значит, Бог говорил здесь. Еще раз. «Выйдите от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в греках, чтобы не будет с ними на их грехов». «Выйдите от нее». «Выйдите от нее». «Выйдите от остальные люди грехов». Что они все сделают? Их культура, их традиции, их праздники. «Выйдите от этих все, народ мой, чтобы не участвовать вам в греках ее, что вы не будете участвовать с ним, когда наш Бог будет наказать или убить их, когда, потому что они отмечают эти праздники, которые наш Бог не сдал нас. Потому что, да, наш Бог будет наказать их. Иисус Христос будет наказать их, когда он будет здесь. Потому что эти все праздники, они все грехов. Поэтому он сказал, что он сказал здесь. Еще раз. «Выйдите от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в греках ее и не подвергнуться язвам ее». И не подвергнуться язвам ее. Мои люди, здесь он сказал, что народ мой. А кто его народ сегодня? Все люди или только Израиль люди? Об этом мы будем читать сейчас. Кто это его народ? Это все люди или только Израиль люди? Час мы открываем. Книга Матфея, глава 2, стих 6. «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудеев, ибо из тебя производит вождь, который опасет народ мой Израиля». Он сказал здесь, который опасет народ мои Израиля. Израиля. Мои народ Израиля. Народ мои Израиля. Но знаешь что? Когда он сказал в книге Откровения, глава 18, стих 4, когда он сказал: «Выйдите от нее, народ мой». Это не все люди. Это наши люди, где он положил наши люди, на эти все народы, где он рассеял наши люди. Он сказал наши люди, что сегодня вам нужно выйти от нее. Это не значит, надо купить билет и бежать в другой народ. Нет. Нет. Это значит, что выйдите от всей его философии.
все его доктрины, все его культуры, все его традиции. Выйдите от этих все. Народ мой, чтобы не участвовать вам в греках и не подвергнуться язвам ее. Выйдите от этих все. Еще раз. Выйдите от этих все праздники. Рождество, Новый год, 8 марта. А сегодня языческая Пасха. Эти все праздники видите. Видите, мои народы. С этого я вам скажу шалом. Самый высокий Бог и Христос благословит вас. Берегите себя. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold, from Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.